Порядка тысячи участников со всего мира. Попасть сюда значит получить признание ведущих технологических компаний. Однако сделать это довольно непросто. Кроме того, что Intel устанавливает планы, требует там периодическую отчетность, одно из основных требований компании Intel, что 6 человек от компании должны сдать экзамен. Требования Intel приднестровская команда выполнила и в апреле 2011-го получила статус платинового партнера. Сегодня компания является крупнейшим в Приднестровье и Молдове дистрибьютором компьютерной техники и комплектующих к ней. На саммите платиновых партнеров, как правило, говорят о технических новинках, рынках, продаж и особенностях маркетинга. Вот и в этот раз встреча проходила в рамках единой системы, которую уже на протяжении многих лет выстраивает компания Intel. К слову, участие в Дублинском саммите для приднестровской команды не единственное достижение. Вот уже второй год Тирет присутствует на встречах Дистри, организованных французской компанией. Александра Комплеева, Дмитрий Дьяков, Первый Приднестровский.